С Лизби мы с тобой купим. Папа, настоящий. Папа, да. Папа. Да, Максим. Да нет, здесь слушай. Меня за язык тяну. А, что мы купим с Лизби? Молодец, Макс, зачет. Макс, ну по Слизби папина мечта, так как он теперь увлекается теперь старинными планерами. Мы в Эсеркупе, наконец-то, попали в музей. Я уже про музей не раз снимал вам, но сегодня первый раз я снимаю Макса в этом музее, потому что Макс видел все фильмы про папины, про музей, и сказал, что папа, я хочу на Эсеркупе. И это был прям... Ну, это была экспедиция, то есть он всю ночь, много дней про это говорил. И вот сегодня, наконец-то, мы вчера поехали, доехали, всю ночь в дороге, и уже, наверное, час. Он как, вот, помните, в том мультике про Шрека? А сейчас не приехали, а еще не приехали. И вот как... Макс, бывает мечты попасть в музей? Да. А ты хотел? Да. Только что мы купили три игрушечных, ну, три модели планера очень красивых. И сейчас мы ходим, пока можем вам показать немножко... Вот историю. Про историю планеризма немножко у меня есть фильмов на канале, и про музей есть подробно. А сейчас мы, наверное, такой коротенький фильм сделаем, быстрый такой. Что Максу интересно. Впечатление ребенка от музея. Давай, Максу сейчас хочется раздеться. Что это за музей, почему он именно в этом месте? Это музей на горе Вассеркупе, месте, где начинался немецкий планеризм. И... Я даже не знаю, в каком этот году музей построен, но построен он совершенно феноменально. То есть специально под музей спроектировано здание. Видите, такие деревянные, красивые, арочные колонны. Вот это большой зал, где... Лебедка. Тут можно ходить часами, смотреть. Тут и про лебедки. Вот если читаешь, особенно на немецком, прям восхитительно можно все прочитать. И каждый из планеров. То есть вот это все очень... Древняя, 35-й год, 36-й, какая-то мимоза. То есть можно каждому подходить, над каждым есть таблички. Что, Макс? Да, такой планер мы купили, да, Макс. Первый раз я в музее после того, как я увлекся старинными планерами, потому что мы сейчас строим планер А2 Антонова Олега Константиновича. Будет единственным в мире, наверное. И мы строим... лебедку электрическую, для того, чтобы вот все эти нежные планера таскать в небо. Здесь вот всевозможные машинки, модели аэродинамических труб, где продувают. Макс, вот так профиля крыла продувают. Видишь, крыло в разрезе, смотрит, как все это работает. Ой, здесь мне нужно все часами совершенно бродить, но, наверное, первое впечатление производит просто вот огромное количество техники, которая очень хорошо, красиво, кропотливо восстановлена. Ну и, собственно, впечатление производит само здание, которое для этого сделано. Да, Макс, это основополагатель планеризма, зовут дядю Отто Лиенталь. Он придумал вообще, в принципе, полеты на планере. Он летал с холма, видишь, вот смотри, как он вот делал такие крылья из бамбука. Бамбук у нас растет во дворе, помнишь, сколько у нас бамбука? Вот он с бамбука такого, как у нас растет около дома, делал такие крылья. Балансирный планер это называется. И вот на нем стартовал, вот посмотри. Вот он на нем, это прям... Фотография настоящая. Вот он летит, такие у него панталончики. Да. Рассказывают, что этого не было. Да. Вот, посмотри, Макс. Вот, глянь, вот как летит. Вот, видишь? Прям это все фотографии исторические. И он сделал около 2000, Макс, полетов с горы и потом разбился, упал. В одном из полетов. Что-то пошло не так. Да, он подарил такой планер Николаю Егоровичу Жуковскому, великому нашему аэродинамику, основоположнику, по сути, аэродинамику, выдающемуся ученому. И они дружили, переписывались. Вот таким образом создавали теорию, как это вообще все летает. Это какая-то моделька. Это вот реальный планер утка с схемой. Что? Да. Вот эта линия стендов. Мы против истории идем сейчас. Надо было вот так по кругу идти. Ну, на всех стендах все. Как все развивалось, как... двигалась вперед. Вот это, наверное, ну, половина здесь, часть какая-то реплики. То есть понятно, что вот эта вот интереснейшая утка 21-го года выпуска, она, скорее всего, реплика. А некоторые планера здесь прям настоящие, живые, летающие. Вот это вот я более чем уверен, что может вполне полететь. Может, это, кстати, не реплика. Очень уж выглядит красиво. Смотрите, что это? Это, кстати... трубка, указатель скорости. То есть уже
А, или гуделка, чтобы гудеть. Вот указатель скорости. Что это у нас такое? Фальки. 31-й год. Ну, хорошо выглядит фальки. Вот это очень интереснейший такой лаптежник. Здесь работали экраны, все можно было посмотреть. Я не знаю, почему выключено. Может быть, музей в каком-то небоевом режиме работает. Вампир. Вот он у нас. 21-й год. Вот он, профиль вампира, как сделан. Ну, просто фантастика. Макс, тебе нравится? Да вот это вообще. Причем это вот действительно лаптежная что-то штука летала. Я не знаю, зачем ей такие... А, это так пилот, может быть, сидел? Ноги туда. Туся, зачем ей такие лапти? Ну, понимаешь, это же огромная конструкция. Она же тоненькая. Ты видишь, она почти фанерка. Чтобы жесткость создать этого всего. Ну, вот такое как вот. Как из бумаги склеить что-то жесткое. Нет, пилоту до ноги, друзья, не высовывал. Но интересная, интереснейшая конструкция. Параллельно идет линия с историческими фотографиями. Как это все было. Вообще оно было втянуто раньше. Почему мы вернулись немножко к этому музею? Потому что у нас... Реальный кусочек. Смотри, вот. Кусочек... А, да, вот. Вот это обшивки планера. Какого-то года. 27-й год. О, что сохранилось. Это реальные планеристы тех лет. Вампир — это реплика, но оригинальная нервюра от него осталась. Это, кстати, марка с этим вампиром. Ух, интересно. Папа. Да, Максим? Что это? Вот он. Да, это вот Линдаль. Отто. Отто. Но это уже что? Это тоже Линдалевский? Да, смотри-ка, уже такой с длинным крылом. Линдаль, конечно, великий человек. Тут ничего не скажешь. Ну, он был не первый, не единственный. Ну, раньше него пробовали, но он был первый, кто реально полетел. Собственно, Райт свой сам первый планер, который стал самолетом, делали, насмотревшись на Линдаля. А, то есть ты хочешь сказать, большой планер и моделька этого большого планера? Да. Что это за планер у нас, друзья? Оп, давайте посмотрим. 32-й год. Вот такой планерочек. Ух. Ну, места, конечно, немного. Я летал на Grumman Baby. Сейчас мы Grumman Baby найдем. Жандаль, да. А вот набор ремонтника. А это парашюты. На чем нас спускаются планеристы, если что? Нет, вот ремонтный набор. А что, планер ремонтировать? Ну. Мне кажется, что парашют укладывать. Нет? А, может и да. Раньше здесь были везде, экранчики работали, показывали, что и как происходит. Папа, как выглядит сиденье, педали и так далее. Парашют-огонь. Так вот, я все никак не скажу, почему важна нам тема этого музея. Мой друг Александр снял замечательный фильм, называется «Колыбель планеризма». И у нас уже три части вышли на канале. Про гору Клементьево и одноименный музей на горе Клементьево. И вы можете, как обычно, сравнить состояние, как выглядит музей сейчас на горе Клементьево и как выглядит музей в Германии. На горе, где, собственно, это две горы, где рождался планеризм. Один рождался в Германии, другой рождался в Советском Союзе. Ну и потом перекочевал дальше, как говорится, кому досталось. И вот пример, как страна ценит свою историю. И как относится к своему прошлому. Вот вы наблюдаете, это только половина. Мы сейчас идем в следующий зал. Пойдем, Макс. Там тоже, Макс, будет очень интересно. Опять же, здесь были стенды с авиамоделями. Ну, в таком, видимо, лайт-режиме работает музей. Часть всего на реставрации. Вот вы один зал посмотрели. Сейчас смотрите, не выключая видео, как оно все есть. Какой еще зал огромный. Причем он двухэтажный. На втором этаже тоже все. Под потолком планера размещены. Вот здесь размещен планер SG-38 легендарный. На таком я летал. Я лечу! Вот такой планер. Огонь! Начинали летать, учились, а потом пересаживались на более серьезные планерочки. Типа там Grumman Baby 2. Вот как это выглядело. То есть тянулись такая рогаточка. Резинка, пум, с горы запускали, он летел по прямой какое-то количество времени, и пилот привыкал к ощущениям в воздухе, да, Максим? А это все? Это
его сложили. А это как его возили, да. Вот он сложенный, один планер сложенный. Вот сидят, видишь, палаточка, все там отдыхают. И летает, вот так с горы летали. Реконструкция. Макс, нельзя ручками так брать. Тоже какой-то экзотический планер. На G-38 я летал. В России их производит Ремир Керимов. И огромное ему спасибо за возможность прикоснуться к такой истории. Летал на этом планере, заинтересовался старинными планерами и так познакомился с Беносом. И столько всех фильмов мы уже про это наснимали. То есть видите, как мир... Да, это исследовательский какой-то проект под кислород. А что тут было, Туся? Они... Надо почитать. Систему подачи кислорода. А, тестировали? Разрабатывали? Да, тут планер напитан, напичкан кучей всего. Вот на нем летали и отрабатывали. Вон она, эта система. Угу. Вау! Да, вот прочитать можно про это внимательно где-нибудь. Ну тут убрали интерактивность из-за ковида, чтобы их нельзя трогать пальцами. Продолжаем пока по старинной части еще двигаться. Это у нас 59-й год. Здесь уже все современней. И мое интересное место. Вот, Макс, папа вот такие модельки делал в детстве. Вот, помнишь, папа спрашивал про первую модель, которую он делал? Ну вот, похоже на это. Ты спрашивал, что такое папиросная бумага? Вот она. Да, папа, это старинные моторчики. Вот это, тут даже какие-то турбины там. Это, тут еще есть огромные стенды модельные. Вот, Макс, нервюра спрашивал, что такое. Смотри, видишь? Вот это нервюра. Папа, вот эти... Опля. Это, Максим, история авиамоделизма. Вон, смотри, с резинкой, нет? Да, резиномоторчики. Вон он, резиномоторный. Вот такие папа тоже делал. Макс увлекся с папой вместе авиамоделизмом. Вот, видишь, тоже резиномоторка. Видишь резина внутри, Макс? Резину накручивают, и эта штука летит. Он алюминиевый? Нет, это алюминиевая моделька просто. Друзья, мы пришли к моторчикам. Нет, смотри. Это первые мотопланера, как вы видите, какой год. 58-й год. Какой-то боксерчик, два карбюраторчика, два цилиндрика. И вот такой был, что это был за планерочек, SP-1. Ну вот летал же, вот он, живой. Вот первые моторчики убираемые. Экспозиция этих моторчиков. Какие были разные, папа, красивые. Папа. Да. Маши, гаденёй. Да. Ой, чего только нет. Моторчики я люблю с детства. Хоть я и планерист, но... Посмотрите, вот какой старинный вариант планера с мотором. Он еще фирменная конструкция, полудеревянный. Кстати, Туся, мы такой покупаем. Вот он. Йо, друзья. Точно. Как пить дать он? Я его на поморде узнаю. Туся. Вот такой планер мы покупаем сейчас, как же страну зовут, в Испании, во. Это один из первых планеров моторизированных, но мы не с мотором покупаем, а без мотора. Да, вот он, SF-27, точно, Шнайбе, отлично, вот он, вот как судьба. Я его нашел сейчас в Испании за 2000 евро, 2500 евро вместе с прицепом. Ну, такой планер продается в летающем состоянии, готовый к полету, только без моторчика. Вот сейчас хочу съездить в Испанию, как будет плохая погода, притащить этот планер, и мы его моторизируем или поставим электрический мотор, также убираемый назад. Понятно, что это будет не бензиновый. Или в нос. Нос, я смотрю, идеально подходит для установки. Да, Макс? Пошли, да. Пошли. Куда? Что? Посмотрите, сколько у ребенка возбуждения. Он с утра уже. Куда ты меня тащишь, Макс? Я, друзья, вам потом вернусь к этим моторчикам. Нельзя бросать сына. Это вообще я для него в музей пошел, а не для себя. Хотя пошел для себя. Че врать-то? Да. Что такое, модель? Модели. Ты такой моделью. Да, папа с такой моделью. Просто сейчас, пока мы ехали, папа три часа слушал рассказы. Макс три часа слушал рассказы папы, как папа начинал жизнь своего моделизма. Как, вот такие, Макс, папа делал модельки. Пап. И запускал, да. Пап, я хочу.
Вот, вот такую папа модель чуть не потерял, вот на Лейре запускал, прям почти один в один, и она у него улетела. И только фитиль спас, фитиль сгорел, и папина модель опустилась. Только не такое поле чистенькое, у папы рожь по колено там была. Мама, да. Ну, построим, хочешь, мы с тобой резиномоторную модельку построим? Макс сам строит модельки всяких там. Да, строит из чего придется, какой-то пенопласт находит, еще чего-то. Вот интереснейшая конструкция, мне кажется. Видите, винт, и он участвует сам в фюзеляж, в конструкции. Да вообще, папа в шоке от этой конструкции. Очень, очень интересное решение, прям, на мой взгляд, прям. И для современных электромоторов, кстати, интересное. И получается, что вал двигателя является несущим для вот этой хвостовой фермы. И расчалок никаких нету, посмотрите. А, нет, есть расчалки к шасси. Шасси неубираемое. Ну, такое что-то. Полумотопланер, полу... А вот это кольцо, да. Ну, посмотрите, какое инженернейшее, красивое решение. Колечко такое, двигатель снизу, это получается редуктор. Дальше кольцо вращается с пропеллером. Ну, прикольно. Тут сколько сгенерировало человечество всяких идей интереснейших. Вот, полеты что? В Неподе, в Германии. Да, это в каком году? 23-39. Это были такие модельки. Помнишь же, продавались модельки, баллончики из-под сифона? Баллончики с патефоном и сейчас можно купить. Ну вот, вот заряжаешь, у меня такая моделька была, туда вставляешь, прокалываешь, он летит, пока газ не... А моторчик сам становился таким всем заиндивелым, потому что охлаждался. Падает. Очень интересные модельки были. Только что была катастрофа. У меня, я снимаю на телефон, мне камеры оставили в машине, сапожник без сапог. И то ли память кончилась, то ли что, видео, которое снималось 12 минут, оно гавкнулось. То есть оно и потерялось. Я чуть не застрелился, потому что вот это эмоции, ты их второй раз просто не переживешь. И я посидел, чуть не плакал, но все восстановилось. Файл появился. Да, вот он, Макс. Да, теория резинового моторчика. Мы сделаем с тобой резиномоторную модельку обязательно, Макс. Остановился я вот на этой потрясающей штуковине с кольцом вокруг фюзеляжа, она интересная. То есть мы сейчас с той стороны еще к ней подойдем. Это, не знаю, что за планер. Вот такой. Кайсер К1. А, это вот Шарфин. Как раз Шляхер. Да, это вот 52-й год. Начали строить после войны. Тут же фирма Шляхер. Вот как раз Кайзер проектировал первые все планера. И у меня Шляхер SG32 Mi. А еще СК-21 есть. Я надеюсь, что мы скоро на нем полетим, 1000 мечты наша с реактивными двигателями будет. Вот вы купили этот пилотаж, посмотрите. Какой? У тебя будет. А, модельку покупили, да. Вот что это у нас? Вот, так. Пилотажная группа. А, вот, а мы как раз, я думал, я купил, друзья, эту модельку, чтобы просто была в планере, можно было всегда показывать что-нибудь. А видишь, не зря. Не зря. Вот это чтобы... Получается, что это вот судьба. То есть 10 минут назад купили планер, и сейчас жена, молодец моя, наткнулась на него. Умничка, Туся. Раскраска специально, чтобы было понятно. Огонь. Так. Я всегда хочу чуть больше времени в этом музее, но мы всегда не успеваем, потому что сегодня нам нужно забирать ученика в аэропорту Лиона, и надо до Лиона еще доехать. Ты купил хоть? А вон с ребёнки и посадка. Вот какой прекрасный планер. Тоже посадка получается рядышком, наверное. Два человека летит. Ульхайп. Да. Отлично. 37-й год. Ух. Огонь. Потому что с лебедки слишком высоко, не набрать высоту. Макс, мы сейчас такую электрическую лебедку с тобой построим. И будем высоко-высоко летать. Будешь? Высоко-высоко. Будешь? Ой, вообще классный план. Видите, друзья, ребенок на самом деле, когда его вот так увлекаешь, немножко вовлекаешь, он полностью, ну не знаю, Макс вообще фанат всех этих моделей. С превеликим удовольствием. И строит, и летает, и всего чего угодно. Колесо, Макс, смотри, видишь, какая лебедка была из машины делали?
На колесо наматывали трос, и бжж, автолебедка называлась. Вот так вот, бэу, и наверх. Ну, Макс, у нас модная будет лебедка, электрическая. Мы не наматывать на колесо будем, а на барабан специальный, а донором у нас является Nissan Leaf 2019 года. Ах, красота. А, это варианты старта. За самого лёдка. Так, вот она моя грудном бэйби. Эгегей! Уже готов фильм, как я летал на вот этом планере. Босиком по небесам. Я летаю в небесам. Grumman Baby 2. Учебный планер Люфтваффе. Неужели Жарику дадут полетать? Может, за винт толкнуть так? Тррр, как. О! Ура! Волнуюсь я. Ой, облака. Ой! Там за облаками, там, там-тарам. Бэйби, как ты в потоке? Ну, представим, что тут термик. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Она крутится вокруг своей мысли. Скорость 80, много. Высота 200, нормально. Посильнее разворотик попробуем. Восторг — это даже не то слово. Я еще хочу. Я хочу еще. И мне приятно дико увидеть его в музее. Волшебное совершенно ощущение от полета. Спасибо Беннесу за то, что вообще предоставил мне такую возможность. Вы, друзья, можете на канале посмотреть этот фильм. Я думаю, мы как раз его опубликуем уже к моменту выхода этого. Здесь да. Видно, что это настоящий планер. Что почему? Он вот потому что, видишь, царапки. Он олдтаймер Сигерфлюг Вассеркутер. А, да. А что это за... Так, кто это? Он летал, и вот царапки на нем, все. Это не просто макет, который видимость создает. Да слушай, нет, тут, то есть, большинство, вот это, вот этот зал все летало. То есть, это не восстановленный в том. Это уже современные, просто приведенные в порядок. И, друзья, если вы не ленитесь, вы попытаетесь вычленить по картинке, сколько планеров, и с меня полет на моем шляхере. Или на любом другом планере моем. Все, интрига пошла. Да, Макс. Какой? Макс, ну это нечестно будет. Давайте, друзья, без читерского хода, прям, ну вот, пожалуйста. В конце концов, если многие скажут, как, сколько, мы лотерею устроим среди там 20-30 человек, кто назовет правильный ответ. Вон ребятка. Где? Ну вот же, вот ребятка. А, да, точно. А это что за вообще? Это... Проекты типа такие, или это прям на самом деле летало? Такой стимпанк вообще. Так, это, кстати, что за планер? Grumman Baby 3, третья версия. Уже совсем улучшенная. Пап, я все в одном и том же стиле. Да, Максим? А, да. Вот это была дырочка, потом вырезалась на ус и ремонтировалась. То есть деревянный планер, кстати, все, кто говорит, что ой, фу, деревянный планер. Деревянный планер можно восстановить вообще с любого хлама, и он будет нормально летать. Да, Максим, что ты хотел мне сказать? А где планер, который зеленый? Зеленый? Бро 9, Джогас? Да. Максим, он единственный в мире, только благодаря дяде Беннесу. Дядя Беннес его восстановил, их нету. Их выпускали в Советском Союзе, но... Литовцы всегда были далеко от власти и всегда хулиганили. Планер-анархист. Делать петли, штопор. Нифига себе, то есть вот эта штука может сделать петлю? Да, да. Все, как я люблю. Если трос рвется, надо резко нос вниз. Но знаете, как страшно с таким углом подниматься? 5-2. Я помню это, в траве сидел кузнечик. Джогас, кузнечик. Ух ты ж ее. Как все быстро. Ого-го-го-го-го-го. Вау! Ноги выше головы, как на ракете, друзья. Вообще управляемость бешеная совершенно. Я лечу рядом с деревьями, как на параплане. Уже качество неплохое у него, аэродинамическое. Как я неплохо попал-то. А мягенькая какая посадочка. Он офигенный. Хочу еще. Поехали. Оп. В Советском Союзе их не осталось ни одного. И поэтому Беннес сделал единственный на планете сейчас зеленый планер Джогас. Бро 9 Джогас, за что ему огромное спасибо, я на нем тоже летал. Ух, а сейчас вот я в чем? Тоже пластиковый уже, наверное. Что это за штуковина-то? Не-не-не-не. Нет, может... Во, что это такое? Видимо, готовят его к установке.
Бастиан Б4. Слушайте, здесь столько всего, я про это все не знаю. Мне стыдно, я буду 100% про все это узнавать. Вот кто-то, может быть, реставрировал, а кто-то, может быть, подарил или еще что-нибудь. И вот это все ставит в музей. В музей даже попала вот лебедка с каким-то древним дизелем. Вот такая вот она стояла, наверное, на горе, на аэродроме и запускала все как положено. Телефон, посмотрите, телефон, телефонный кабель, наверное, по полю разматывался и была связь. А лавочка какая? Лавочка новая. Друзья, лебедку вы увидите. Вот мне интересно, все, кто будет смотреть этот фильм, когда у нас уже появится электрическая лебедка инновационная, я обязательно, наверное, вернусь, попробую сюда ссылку воткнуть, чтобы могли по ней переходить и смотреть. К связь времен, то есть прошлое и будущее. Да, Максим? Макс дико перевозбужден. А? Вот это летающее крыло, кстати, интереснейшая конструкция, потому что в Советском Союзе был планер МАК-15. И до сих пор он нет ни одного летающего экземпляра, какие-то остатки где-то там продавали, можно по идее восстановить чертежи, попытаться сделать МАК-15, будет очень интересно. Но вот здесь в музее стоит планер. Мама, я хотел что-то какой-то. Да, да, что ты хотел, Макс, сказать? Ну, это уже современные пластиковые планера, длиннокрылые, Макс. Это уже почти то, на чем папа летает, и ты летал. Максим у нас летал на планере, на шляхере. G32Mi. Я думаю, это чехлы какие-то. Это, видимо, от вот этой модели чехлы. Здесь уже экспозиция пластиковых планеров. Сейчас мы даже посмотрим, как композиты, как вообще все это там начиналось. Максим, быстренько давай пробежимся по вот этой вот линеечке. Посмотрим планер с моторчиком еще раз. Давай быстренько бегом с тобой. А то у нас времени и памяти. Я вам быстро буду. Мы же считаем планера, друзья. Мы же участвуем в конкурсе на бесплатный полет. Я буду побольше ракурсов давать, чтобы вы смогли сориентироваться и посчитать. Мы к маме сейчас вернемся, Макс. Вот. Эльшспац. Бенес на таком летает. Замечательный планер. Качество у него достаточно высокое, аэродинамическое. На нем Бенес летает маршруты. Я сейчас тоже себе, ну я только вот этот SF куплю, чтобы летать на старинных планерах маршруты и участвовать в соревнованиях на старинных планерах. Я реально прям стал фанатом, друзья. И благодаря Ремиру и Бенесу, два энтузиаста, которые и меня заразили этой идеей босиком по небесам. О, вот с другого ракурса этот наш странный планер вообще потрясающий. Это, наверное, прообраз Штемми, что-то такое. Ну, огромное колесище такое, шикарная здоровая кабина. Это вообще летал или нет? Что это такое? Так, ну вот, вот он, да, ну летало, посмотрите. Надо будет почитать, я сам сейчас приду, открою телефон и полезу читать, что это было такое. Потому что классный, он, ну, двухместный, два человека должно было. Ну, тут выглядит один, ну, по идее, это место-то как раз спроектировано, кабина широкая, два человека должно было летать. Ох, как все это интересно. Сейчас я вам все-таки еще раз покажу, что я куплю, чтобы летать на старинном планере, но поставить на него моторчик. Вот он. SF-27, вот, только версии моторной, но я покупаю безмоторную, если что, она модифицируется, чертежи есть на заводе, планер не выпускается, фирма до сих пор работает, то есть все это можно будет сделать, и сделать вариант или моторчик такой сверху на пилоне, как вариант электрический, либо мы поставим моторчик в нос, ну, в зависимости уже от развесовки, от конструкции, мы хотим с Бенесом восстановить связь времен и сделать электрическую версию вот этого замечательного старинного планера, дать ему вторую жизнь. Чем прекрасны... Максимка, побежали. Что это у нас такое? Я ему буду все пытаться дать пищу для того, чтобы вы правильно посчитали планера. Потолок сниму. Вот вам панорамная, панорамный вид. Папа! Да, Максимка? Я там увидел. Ты что, что ты увидел? Показать хочешь что-то папе? Да. Побежали, Макс. Побежали. Побежали, побежали. Счастье. Эх, связь времен. Как там фраза? Народ, который не ценит свою историю, не имеет будущего, да? Вот, наверное, это лучше. Вот этот музей лучше демонстрация того, как что есть у кого-то будущее точно. Вот тех людей, которые свою историю ценят.
И ну, ведь это потратил кто-то денег. Это, скорее всего, государство. Ну, не меценаты же какие-то. Да, Максимка? Пошли. Вот фюзеляжи. Вот такой фюзеляж у нашего планера, который будет старинный. Так, вот композиты. Ладно, вернусь сюда. Макс, модели ты нашел? Это все? Да, Макс, это все авиамодели. Видите, друзья, по параллельно большим планерам здесь есть сектор первый FPV. Прообраз FPV. Планер, который летает и радиоуправляемый снимает видео. Рай для моделиста, на самом деле. Тут куча всего, вот эти моторчики. Ну, тут что-то и совсем старинное. Вот, Макс, что папа делает. Смотри, вот это, видишь микропленка? Вот она. То есть подними Макса, покажи микропленку. Во, вот папа такие модели делал с микропленки. Вот, видишь, она блестит. Ну, ее порвали немножечко, видишь? Видимо, от старости. Может, от старости, от солнца, от света. Вот это прямоточные реактивные двигатели. Вот это вот двигатель от нашего планера реактивного, прообраз JetCat. Guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. Everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't wake me up before you go, and I'll just make this bed my home. Oh, darling, please just let me sleep. Give me my dreams. Только какой-то старинный. Почему? Это и есть JetCat. Ну, JetCat, да, но я говорю, что какой-то старинный JetCat. Да, 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 Макс. Вот эти моторчики всевозможные, красивейшие. И смотрите, стенды. Стенды с двигателями внутреннего сгорания. Это же просто праздник какой-то. Макс, тебе нравится? Макс, ты счастлив? Вот такой жест папин, потирает ручки. Ну... Как это? Инженер от инженера недалеко падает. Ну, не падает, в смысле. Ну, вы поняли, о чем я. О, это вот... Любой авиамоделист должен... Не знаю, мне кажется, тут вот... И... Ну, как-то да, но это какая-то гоночная. Ну, вот корды, да. Вот папа такую запускал. Такие делал. Тоже кордовая. И вот, а вот, Макс, первое радиоуправление, смотри. Тут стенд. Ну, тут еще пока не радиоуправление. А, вот, да, Макс, вот, смотри, первое радиоуправление. Посмотри, как это все было. Видишь, старинные такие еще. Да, вот такие были приемники. Сейчас приемничек смотришь, это вообще ни о чем. А это были... Да, Макс, что? Ну да, вот такая моделька тоже. Топливо делали. Вот, Макс, бойцовка, вот, вот такие бойцовки были. Вот, они привязывали ленточку к хвосту, эта бойцовка летала и... Друг дружке хвост что-нибудь... Друзья, может, кто кого узнает, смотрите, точно. 88-й год на Украине. В Украине. О, папа! Оп. Да? А это где? В Англии. Это где? Как у Витя. О, как у меня волосы на меня похожи. Такой же раздолбай. Да? Ну, спасибо, Макс, это комплимент. Да. А, да, точно. Ой, Макс модельную вот эту часть нашел, молодец. Молодец, Макс, умничка. Да? Макс, смотри, что такое нервюра, ты сегодня спрашивал. Вот нервюра, Макс. Вот это нервюра называется. Дай бог здоровья всем людям, которые это все сохранили и вот привели. Вот ты не узнаешь, вот. Это уже ближе к тебе.
тебя какие-то управления есть? Ну, вот. Футаба есть название? Сигнал я хочу найти. Мое первое радиоуправление. Сигнал. Сигнал это ГДРовская, может быть, я не, сюда не попала. Комби. Нет, мультиплекс. Такого. Мультиплекс? Мультиплекс, да. Эх. Максим, ну подожди, папа, может, свое радиоуправление. Микропроб, новопроб у нас в Советском Союзе был какой-то вот, одноканальное управление. Папе такое давали на первую модель радиоуправляемого. Она заставляла только поворачивать. Ну да, Макс, тут это всего еще куча. Не, папа, такого папы не было еще. Да, Макс, руками трогать нельзя, аккуратно. Так, между тем мы... Давай, да, заглянем на второй этаж. Сейчас, друзья, я обещал вам коротко показать, как строили из композитов планера. Макс, пойдем, посмотришь, как внутри устроен планер папин. Не забываем считать модели, да? Помним, что за правильно посчитанное количество моделей... Полет на шлякере SG-32 или любом другом планере часовой. Я побежал посмотреть конструкцию. Так, вот как делались уже деревянные фюзеляжи последнего поколения. Видите, да, что это огромное количество деревянных элементов, которые вот создавали такую точную форму. То есть это уже такой... А, здесь уже, кстати, стеклоткань применяется. Видите, такой вот получается микс дерева и стеклопластика. И какая красивая уже ровная форма выходит. Ну, прям вот она, да, компромисс. Что это за штука? О, некогда читать. Быстро бежим. Да-да-да-да-да-да. Вот такое вот, видите, как выглядит крыло. Вот, лонжероны, Макс, не трогаем только. Нервюрка. Ну, вот она, деревянная конструкция. Во всей красе. Пап, смотри, колесо. Колесо, да, Макс. Посты управления. Не, это не колесо, это из какой части вырезают. Оп. Вот смотрите, фюзеляж уже, ну это вот как раз тенденция годов 50-х уже, когда вот это все варилось, из тонкостенных трубочек варилось газовой сваркой. Посмотрите. О, как это замечательно и красиво. И как это вкусно, когда вот ты там стоишь и так аккуратненько варишь. Ай, да. И главное, что это безумно долговечно. Вы сняли верхний слой, если правильно хранить. Сняли верхний слой. Это, кстати, реальный же планер-то, ё. Или это моделька? Это же какое-то маленькое такое. Неужели реальный? Реальный, вон, по управлению, по органам управления, можно посмотреть, по приборам. Приборы настоящие. А что же за планер-то такой? Ну, не знаю. Ну, наверное, реальный. Ну, какой маленький. Да, ну, хвост-то, да, реальный. Что это за штука? Подожди, давай посмотрим, может, где-то написано. Нет, не написано. Ну, ладно. Папа. Да, Макс? Давай пойдем. Вот, на второй этаж сейчас пойдем. Вот композитная уже конструкция, друзья. Вот как выглядит фюзеляж композитного планера. У нас слои стекла-углепластика. Это что у нас за планер был? Это у нас был... Не написано. Ну, неважно. Шпангоуты. Вот они. Как это все делается? Надо будет как-нибудь снять ролик, как это все производят. Феникс. Стекло, уголь, кевлар. Все это смешивается и получается планер. Вот крыло в разрезе. Вот он, полки лонжеронов. Лонжероны сейчас модно делать из специальных стержней угольных. Преднатянутых, или как они там дают максимально хорошие характеристики. Ну, так выглядит крепление, там, элероны-закрылка. Эксперименты с разными вариантами наполнения. То есть, видите, здесь стеклопластик, пенопласт, стеклопластик, ну, и там, углепластик. Классическое решение. А вот это эксперименты с какими-то заполнителями, там, сотовыми, там, с пенопластом внутри. То есть, это прям вот бумага, да. Чего только не придумывали. Вот вам несколько вариантов срезов крыла. Да, Максим? Мы там, пошли, лестница на второй этаж там. Где? А, все, она там. Все, побежали. Побежали, Макс, скорее, кто первый? А, подожди, Макс, стоп, по музеям не бегают. По музеям ходят степенно. Мы же не забываем, что мы хоть и планеристы, но очень высококультурные. Так, так. Уже люди пошли, дай-ка я маску одену. Вот бамбук.
веревочки. Какие-то микроленточки. Вот как прям реальные какие-то первые конструкции авиационные. Побежали, Макс, на второй этаж. Как воспитать инженера? Да, показать ему вкуснятину. Пойдем. Это понимание важности таких музеев. Понятно, что, наверное, современных детей крайне сложно туда затянуть. Но если это делать, наверное, как-то по частям. Ну вот Макс вокруг себя постоянно видит самолеты, планера, модельки. Не знаю, ну бывает, вот есть у человека тяга. Вот у Макса я почему-то есть. То есть я не скажу, что как-то мы его воспитывали в режиме, а ну давай быстро занимайся там, интересуйся самолетами. Просто нравится. Ну, если нравится, то следующий толчок, чтобы это не угасло, показать ему, как это красиво. Макс, пошли на второй этаж. Потому что... Ну, как цыплятами. Да. То есть это можно... Может быть, занудная биология, а может быть, вот Макс сейчас цыплят вывел в инкубаторе. Купили инкубатор, вывели цыплят. У Макса есть свой цыпленок. Как твоего цыпленка зовут, Макс? Лоло. Лоло, у папы есть цыпленок Фёст, черный такой боевой. У мамы Лакис. Счастливый, потому что он его спасла, он должен был умереть. Вот вид со второго этажа на это счастье. Посетителей у нас, конечно, немного. Летом их очень много. Летом сюда все приезжают летать, и поэтому музей реально пользуется большим. А сейчас все на лыжах катаются. Мы продолжаем участвовать в конкурсе «Пересчитай планера». Оп. А, подожди, модели. Слушай, модели не считаются. Давай полноразмерные. Слушайте, я честно скажу, если кто-то будет попадать плюс-минус, мы соберем группу из 20 человек и сбацаем просто какой-нибудь тотализатор. Что? Нет. А как я могу знать? Смотри, я сам буду считать. По форме крыла, как это называется? Бионика. Чайка, да. Я не знаю, за счет чего аэродинамически нужно было эти бионики всякие делать. Макс, пошли, там папа помнит, модель была папина. Ну, не папина, а модель, которую папа... Игорь, да. Вот смотри. И что, он летает? Алюминиевая модель. Да. Нифига себе. Слушай, действительно, я не прав был. Я думал, что не бывает такого. Я на тусе смеялся, говорю, это стимпанк. Вот, мне вот смотри, вот он, вот Макс, папа, на который первое место занял в Вильнюсе на городских соревнованиях в каком-то году. Моя мама даже диплом найдет. Макс, вот такая была у папы модель. Вот видишь, из соломы. Только это бальза. У папы была из соломы. И вот этой пленкой трансформаторной обтянута. И большие мальчики пытались папу победить на такой. Но не победили. И папа, первый раз занимаясь авиамоделизмом, первый год, умудрился выиграть соревнования городские. Был счастлив до безобразия. Модель летала 1 минуту 38 секунд. Филипп Лотц. Но летала каждый раз. В 2003 году в Лондоне. А это... потом папа научился такую микропленку делать у бабушки с дедушкой в ванне. И строил такие модельки вовсю. Такие папа тоже строил. Свободно летающие. Пока до радиоуправляемых не дорос. Да, Макс? Блестящие, да. Ой, как они красиво летают, друзья. Это же... Ну, Могло бы висеть тут. Смотри, победитель 88-го года. 88... Ну, слушай, я в 88-м... Нет. А, подожди, 8... Да. Вот, друзья, ну смотрите. Вот я вот такое делал. Я в каком году? В 91-м институт поступил. Ну вот, вы вот прям... Я считай, тебе говорю. Да, вот. мог бы висеть а здесь. Вот Да, у нас есть. Слушай, надо фотку найти. Она Лер. На балконе, на... Да, на загородном висит. Мне папа выточил катушку под леску, и я в Вильнюсском, в Вильнюсе, кто знает, Три Креста есть место. И там наверху есть поляна. Я, может, фотографию найду. Посмотри, мальчики запускают. И с этой поляны я запускал змеев, и змея запускал на высоту 700 метров. Между змеем и землей пролетали самолеты. Это во время Советского Союза был какой-нибудь год, наверное, 88-й. Как мне голову не оторвали? Никто не знал. Я только после этого понял, что так делать нельзя. Бабочка. Да, это ты говорил, что у тебя конкурс на конкурсе раскраски. Змей, да, выиграл на конкурсе раскраски, а своему дружку Мишке я змей отрегулировал так хорошо, что он выиграл у меня аэродинамику. Папа, Максик, такую модель я хочу. Максик, ну это надо. Ой, папа, ну вот такие мы с тобой можем, вот такую можем купить с тобой и склеить. Это несложно, продаются они у нас в магазине. В Гренобле замечательный флеш РЦ. На картинке там била такой. Да. Максик, давай, чуть-чуть динамичнее пошли, мой хороший.
А то у папы память на телефоне кончится. Вот папа рассказывал, из картона. Да, вот типа когда совсем нет материалов, можно из картона делать модельки. О, красотища-то какая. Папиросная бумага. Вкуснятинка. О! Вот так вот, друзья. А это, кстати, вот она, модель вампира. Помните, планер вампир? Мы видели. Вот она, его модель, наверное. Продолжаем считать планера. Ой, смотри, какая интересная конструкция. Что это? Крыло какое интересное. Это летает интересно. Ну, смотрите, какая штука. Действительно, много каких-то крылышек. Это что такое? Вообще какая штука. Посмотри, два фюзеляжа, 37-й год. Папиросная бумага. Довоенный. Как он вообще сохранился, интересно? В каком-то музее лежал. Вот одно из первых летающих крыльев. Вот этот явно настоящий. Да, явно бодрыш такой. И скорее всего, бумага. И моторчик настоящий, смотрите, ржавый, как ужас. Ой, ой, папа! Бумага, Масей. Да, папа. Так вот было. Ой, Масей. О, парень! Масей. Да, модель. А вот аэродинамическая труба сопротивление меряет. Ага. Все о, живое, все настоящее. Да, Макс? Как рождаются инженеры? Пап, гадилёны. Да, вот это... Ой, гадилёны. Да, да. Пойдём, лосите все. Ой, лоси. Гадилёны уже нашёл. Тоже. Лоси там какой-то. Разные модели. У меня даже слова-то кончились. Ой, лоси, про это рассказывать. Да, Василий. Макс, руками не трогать. Пап, что? Спаси, какой зюлиас. Папа не знает, что это даже такое. Ну, вот это фюзеляжка. Что за планер? А, это таймерная модель, Макс. Это видишь, часовой механизм стоит. Моделька должна была на моторе лететь 7 секунд или сколько там. Потом мотор выключался, она должна была планировать. У меня мой руководитель модельной лаборатории Андрюс Букаускас был, соревновался на таких моделях. Я даже самый мотор помню, который он, у него был, Росси назывался мотор. Вот они эти Росси там отстраивали, настраивали, а мы им завидовали. А второй мой шеф, Ян Жамойте, он занимался ракетопланами. Ракетопланы радиоуправляемые, это был вообще космос. Они так на этих двигателях запускались высоко. Он был для нас богом. То есть вот мы знали, что есть бог, вот он такой, вот, и на него ориентировались. Так. А это вот наш планер с кислородным оборудованием, вид сверху. Снизу вы его уже видели, видите, как он выглядит сверху. То есть впереди пилот, а сзади, сзади какое-то кислородное оборудование. Ну вот реальный исследовательский планер. То есть это, я так понимаю, что это вот, собственно, он и есть, на котором все исследовали, оборудование никто не демонтировал. Его вместо того, чтобы выкинуть на помойку, в музей. И ведь на той же горе Клементьево в Крыму все то же самое было. Было куча планеров исследовательских проектов, где там аэродинамика, на шлепки такие на бланике ставили, продували профиля всевозможные. Да, Максим? Я не знаю, что это за планер, что это. А, это электрические, электро. Это Макс, это... Да, это одни из первых планеров, Максим, с электрическим мотором. Да. Так вот, проводились всякие исследования, и было куча всего. То есть от этого ничего не осталось. Там вот сейчас валяются вот эти вот нашлепки на крыло от бланика, валяется какая-то модель, которую сбрасывали. Ну, три, по-моему, в лаборатории было. Одна манжетного типа. Там манжеты такие одевали с профилями. Ну, да, они тяжелые такие. По-моему, на базе бланика был сделан. Вот и все на бланик они одевали. Вот, вон они даже манжеты лежат. Да ладно. Да, Сережа, вот, да, вот они манжеты. Вообще, вот когда, я говорю, почитаешь и видишь это вживую, совсем, вот, да, по-другому воспринимается. Ой! Вот эти, получается, манжеты, вот эти трубки. Выводились там дежурные точки. В планере в задней кабине уже второго пилота не было, там стояло оборудование. Да. Да. Там стояли манометрические трубки, туда спирт заливали. С ума сойти вообще. Самое страшное, что это уже не восстановить, то есть этого физически нету, то есть здесь живые реальные планера, которые не сгнили. А, даже если при и чтобы они были, это легко. То есть вот у вас они есть, их просто нужно сохранять. А построить это все заново невозможно. Ну, можно, но это будут реплики, это будет не живая история. Это будет уже... Ой, некрофилия какая-то. Да, Макс? Вот за это болит сердце, реально.
Особенно, когда я посмотрел, помонтировал фильмы, я стал больше, чем после этого интересоваться историей. Классные планера были. Точно, Литва. Литва. А вот это вот... Это А-13 у нас. А-13, а вот это не А-15 кабина? А-15. Ёлки-палки. Бери, собирай, да? И вот ставь в музей. Я сейчас не помню, вот там на стеле не то А-15, не то А-13 стоял. На мысе. Угу. Когда был ураган, ответ... 13-й стоял. 13-й, он сломался тогда. Честно говоря, собственноручно я его оттуда снимал. Сейчас просто макетик стоит. Угу. И с той поры его притащили, потом тут долго лежал на улице, и потом... Да, он даже написан, кстати, А-13. У меня было в детстве огромное тоже количество книжек по моделизму. Я их зачитывал до дыр, и по формулам на калькуляторе МК каком-то я полностью считал там первый радиоуправляемый планер, профиля, аэродинамику, углы установочные, крыла и так далее. То есть это было еще до того, как я поступил в Харьковский авиационный институт, я уже знал, наверное, некий определенный процент. Мне, кстати, учиться потом было легко, потому что когда ты летаешь до этого, ты чувствуешь вот эту вот аэродинамику немножко руками. Ой, так, да. Вот такой, я тебя понял, это, да, простой, самый простейший самолетик с резиновым моторчиком на двух колесиках. Папа сейчас посмотрит конструкцию, все, папа понял, как это сделано. Двери. Ну, мы такой сделаем. Из пивной банки. Макс, сделаем мы с тобой, и даже ролик снимем, как мы такую штуку делаем. Резинок мама нам купила. Все хорошо. Да. И такой ты хочешь? Хорошо, я понял тебя. Вот такой кит мы купим и соберем тебе такой планер, хорошо? 1,20 м соберем, да? Макс, ну ты не забывай, что тебе два хороших дяди, дядя Дима и дядя Максим, пришлют из Ростова планер замечательный, метательный, металку современную, композитную. Может, вы пройдете вот там, начнете что-нибудь клеить? Ну, я посмотрю, да. Смотрите, какой планер есть. Да. Фух, так, вид сверху на наше счастье. Считаем планера. Я сам в конкурсе хочу теперь поучаствовать. Я сам на видео буду считать. Мне сейчас считать лень. Да, Максим, пошли вниз уже потихонечку. Максим, нам нужно за денежкой сходить в машину, чтобы купить все, что мы купили. Что? Ну, нам надо планера наши забирать. Ну, какие? Мы с Линзби с тобой купили модельку. Да, пилотажного планера, забыл, как называется. Вот взгляд на моторные. Еще один ракурс. Мы, кстати, видимо, пришли во время обеда сначала, а сейчас, видите, людей прибывает. Ну, конечно, это не прибывает звучит, но... Эх, красота. Ну, летом больше, летом больше. Да, мы купили, но это не Слинзби. Слинзби я тебе покажу. Как он называется, то, что мы купили? Мейзе. Ну, Мейзе... Я даже не знал, что он пилотажный чисто. То есть реально он пилотажная группа. Фигачит вовсю. Мы закупили Слинзби, Макс. Здесь нету, к сожалению, Слинзби. Слинзби мы с тобой купим. Папа, настоящий. Папа. Да. Да, Максим? Папа. Да нет, здесь слушай. Тяну за язык. Меня за язык тяну? А, что мы купим Слинзби? Молодец, Макс, зачет. Макс, ну по Слинзби папина мечта. Так как он теперь... Да, увлекается теперь старинными планерами. Зоны. Планер летает за счет восходящих потоков. Вот формирование восходящего потока на склоне. Видите, на наветренной части склона из линии тока ветра изгибается, появляется вертикальная составляющая, которая держит наш планер. Вот можно летать вдоль горы. А за горой образуется, видите, вихрь, ротор. Это образование волны. Если очень сильный ветер, то он способен вызывать раскачивание атмосферы в виде вот таких вот волн. Они хорошо отсекаются по лентикулярам, такие характерные облака, которые стоят на месте, чечевицеобразные. И вот есть восходящий поток, нисходящий поток, восходящий поток, нисходящий. Есть мастер-волна, она идет обычно после препятствия, первая, сильная, самая. Ну и дальше прыг-прыг-прыг. А это тепловые потоки. Нагрелся воздух над чем-нибудь, и образовался пузырь, который идет вверх. И дальше сверху формирует облако. Вот реальный вид этого пузыря, 200 метров, вполне себе нормально. И в этих 200 метрах планер летает по спирали, по кругу, находясь
внутри вот этого восходящего потока, он поднимается вверх к облаку. Видите, как образуется термик. Ну, а это всякие кривые аэродинамические, погодные, которые показывают, на какой высоте можно всегда посчитать облака, зная там определенное состояние атмосферы. Но мы сейчас это уже не считаем, мы просто заходим в специализированный прогноз и смотрим, до какой высоты сегодня будет тянуть нас. Да, это что приборы? Где приборы? Да, все, немножко про атмосферу. Макс устал. Я думаю, что пора уже с музеем завязывать. Так, кстати, смотрите, как выглядели профиля на первых самолетах. То есть это был не профиль классический наш аэродинамический, а вот такое вот крыло, как у птицы такое. Изогнутое, да. У этого крыла достаточно хорошая подъемная сила, но очень узкий диапазон работы. Это именно то, почему первые самолеты очень часто в штопор падали. Потом это, наконец-то, с этим всем разобрались и научились в штопор выходить, правильно разворачиваться. Первые пилоты разворачивались блинчиком, не используя крен. То есть планер, ну, самолет разворачивается с креном, это нормально. Делать крен боялись, разворачивались блинчиком за счет руля направления. Получалось скольжение на крыло, ну и, собственно, штопор. Так как диапазон полета скоростей был очень низким. 15-й год. Моделька 15-го года? Ракетоплан. Вот такое вот. Удивительное дело. Да, чего только нет. Но это на сжатом воздухе, эта штуковина, видите? Моторчик на сжатом воздухе. Бюсты всех, кто причастен, наверное, к планеризму, к изготовлению планеров. И насколько это, наверное, более живо смотрится, это живые люди. То есть это не бюсты, потому что бюст смотрится мертво. У нас из прошлого смотрят живые люди, которые настоящие. Вот они. С которым Макс может себя идентифицировать. Они остались вот в этих фотографиях красивых. Мне кажется, это намного лучше бюстов. Вот он, душевнее. Ой. О! Это кто? На улице. Зима. На горе стоит туман, потому что мы, собственно, сейчас в облаке. Итак, первый зал. Я коротко вам показываю еще раз, чтобы вы могли поучаствовать в конкурсе. Посчитайте планера. Вот эта часть экспозиции для считающих планера. И вот эта часть экспозиции для считающих планера. И на этом, друзья, я, пожалуй, с вами попрощаюсь, потому что у нас кончается пленка. Ну, пленка, память. Вот, Макси. Ну, скажи всем. Пока-пока. Ты, тебе понравился музей, Макс? Да, пока-пока. Погода бомба? Погода бомба. А контент? А контент огонь. Огонь. До новых встреч, друзья. Гей-гей. Храните свою историю.